Здравствуйте, дорогие друзья! Я художница Ксельма Ранхольд. Сегодня я работаю над своей картиной «Пионы». Я продолжаю. То есть это не первый мой подход к картине. Я уже на ней достаточно долго работаю. И вот хочу немножечко ее постепенно, слой за слоем, обогащать. То есть она у меня очень хорошо продвигается. Так. Тут у меня намешаны некоторые красочки, которые мне сегодня понадобятся. И я буду приступать. А еще. Посмотрите, какая у меня сегодня рубашка. Супер. Следуй за мной на Facebook и на YouTube. Так, дорогие друзья, я все еще продолжаю работать над картиной. Рисую то кисточкой, то мастихином, то пальцем, то широкой кисточкой, то маленькой, узкой кисточкой. Сделала себе еще один новый замесик красочки.
Ну что, нужно сделать перерывчик, помыть хорошенечко кисточки, посмотреть, какие еще нужны краски. То есть у меня вот более такие светленькие. Сейчас мне хочется добавить каких-то более темных и холодных красок. И буду еще продолжать работать.